Наш Бог великий! Аллилуйя! Он всемогущий! В Его имени есть все для нас! И ни в ком другом нет спасения! Воздай, 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 воздай еще великую славу Богу! Аллилуйя! Скажи, я не буду молчать, я буду петь, я буду славить, я буду величать! Какая-то тьма, то Его свет всегда приходит. Его жизнь, Его милость, Его любовь обновляется каждое утро к нам. Его Дух влечет нас, и мы соглашаемся благодаря Его благости и милости и идем за Ним туда, где Он, туда, где Его жизнь. Скажи, Господь, я каждое утро принимаю решение идти за Тобой,
туда, куда Твой Дух влечет меня. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь!
нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоем святом присутствии. Мы жаждем многих встреч, но самые важные встречи, которые должны происходить в нашей жизни, это встречи с Тобой. Самая важная личность — это Ты. Потому что только встречи с Тобой, только общение с Тобой, жизнь с Тобой дает нам жизнь, дает нам ответы на все наши нужды, дает нам ответы на все наши вопросы. Только в Тебе мы имеем всю полноту и глубину, и высоту, и широту. Только Ты нужен нам, только Ты наше упование, наша жизнь. Мы поклоняемся Тебе, и мы отдаем Тебе свои жизни, свои сердца. Мы любим Тебя, драгоценный Господь, драгоценный Дух Святой. И мы просим, возьми нашу жизнь и веди, и делай то, что Ты хочешь. Потому что только Ты есть ответ. Только Ты есть жизнь. Только Ты есть наше будущее. Только Ты есть спасение для наших душ. Только Ты, Господь. Господь, мы просим Тебя, Дух Божий, пусть глубокие перемены происходят внутри нас. Возьми.